Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». Сегодня я представлю вашему вниманию обзор на посудомоечную машину Midea MFD45S500W. Для начала рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Об актуальных ценах и наличии в магазинах вы узнаете, перейдя по ссылкам в описании видео. Буду рад, если вы поставите лайк этому видео и поделитесь своим мнением в комментариях. Начинаем! Узкая посудомойка китайской марки Midea относится к решениям среднего класса. Рабочая камера разделена на три корзины, традиционную пару дополняет верхний выдвижной лоток, который рассчитан на столовые приборы. Дисплей и кнопки управления расположены на дверце модели. Размеры устройства составляют 44,8 на 84,5 на 61 см. В комплекте поставляется удобная корзина для столовых приборов. За раз в модели можно очистить от загрязнений 10 комплектов посуды, тратя на это от 8 литров воды. Посудомоечная машина Midea MFD45S500 оснащена инверторным двигателем, который способствует снижению шума в процессе работы до 44 дБ и низкому энергопотреблению. В ходе эксплуатации пользователь может выбирать одну из 8 доступных программ. Среди них есть полностью автоматический режим, в котором рабочие параметры задает электроника, а точнее сенсор чистоты. Из других программ стоит выделить предварительное ополаскивание, 30-минутную, интенсивную, ежедневную, экономную и деликатную. Задать режим и нужные опции позволяют кнопочные переключатели с информативным дисплеем и функцией блокировки «Защита от детей». Возможность использования средств 3 в 1 позволяет отмывать даже наиболее стойкие загрязнения. Функция отсрочки пуска от 1 до 24 часов поможет вам выбрать нужное время для начала мойки. Это позволяет запустить работу прибора в ночное время, когда действует сниженный тариф на электроэнергию. А низкий уровень шума обеспечит тихий процесс мойки, который не помешает вашему сну. Кроме этого, имеется полная защита от протечек воды AquaStop, которая избавит вас от неприятных случайностей. Встроенные индикаторы покажут отсутствие в отсеках соли и ополаскивателя. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и нашел несколько отрицательных. Посторонний неприятный запах. Плохо сушит. Хлипкая дверца. Слишком много штырей всяких мешают нормально разместить посуду. Если емкость для таблеток мокрая, таблетка может не упасть или полностью не раствориться. Неправильно указана настройка жесткости воды. Нет обратного отсчета таймера, непонятно, через сколько она включится. На эко-программе, где расход воды 8 литров, плохо ополаскивает таблетку. Теперь речь пойдет о положительных отзывах, которых оказалось немного больше. Много режимов мойки. Отложенный запуск. Половинная загрузка. Экономная. Тихая. Отлично моет. Третий лоток для столовых приборов. Вместительный нижний лоток. Узкая, компактная. Благодарю за просмотр. Не забывайте, что ваши лайки и комментарии – это лучшая поддержка для нас. Напомню, что ссылки на выгодные предложения о покупке я оставлю в описании под видео. А чтобы не пропустить выход новых видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. На этом у меня все. До скорых встреч!